первых строках хочу сказать, что, честно, что-то я давно так не дергался, как сегодня. Как-то, наверное, совпало, звезды легли, не знаю. В общем, что будет, то будет. Во-первых, спасибо вам огромное, что пришли сегодня, пожертвовать какими-то своими, безусловно, важными делами. Вот, ну, так уж случилось, что 30.03.53, да, на свет Божий произвелся ребенок, который жил-жил и дожил таки. И слава Богу. Сегодня... Спасибо. Сегодня пришли мои друзья, я очень рад их видеть. Родные и близкие люди. Я очень рад их видеть в темноте. И, да, ну сейчас мы выстроимся. Вот. И, ну, это такое затактное выступление. Ну, что говорить не знаю, что петь примерно догадываюсь. Вчера срочно дописывал песню, которую очень хотел сегодня исполнить, и все-таки исполнил. Вот. Но почему-то начать мне захотелось сегодня с песни, которая написана была довольно давно. Начинается она на последнюю букву алфавита, на букву «Я». Вот. И когда однажды на Грушинском фестивале я ее спел «Выйдя на плот», сидела гора 30-тысячная, и когда я начал «Я – это я, а вы…» И вдруг гора мне сказала: «А мы другие!» И я так немножко ошалел, потому что это страшно, когда 30 тысяч человек тебя отвечают. Это радостно и страшно одновременно. Но вот почему-то мне захотелось с этой песни сегодня начать. Кто знает ее, отвечайте, не стесняйтесь. Это такой разговор личности с коллективом, тогда называлось, ну, разговор руководства с народом. Я – это я, а вы другие. Я – это я, а вы, а мы не те. Я в небеса, мы люди небольшие, в землю глядим и не на высоте. Я как скажу, так сразу будет дело, мы как один и сразу всей толпой. Я не ищу спокойного удела, мы как один и сразу всей толпой. Я все могу, мы тоже что-то можем, я все хочу, мы тоже все хотим. Все как один, тогда мы все поможем. Смело вперед, мы лучше постоим. Все я да я, а вы мы все слыхали. Я это мы, а вы, а мы не те. Мы в небеса, мы же ясно вам сказали. В землю глядим и не на высоте. Эй, кто-нибудь, тогда мы все на месте. Смело вперед, забудем про вчера. Вы в небеса, а мы внизу, но вместе. Вы где-то там, а нам домой пора. Пара-ра-ра-ра-ра-рам, пара-ра-ра-ра-рам, пара-ра-ра-ра-рам, пара-ра-ра-ра-рам. Ну, домой еще явно не пора. Мы только начинаем. Вот. А сейчас песня, где тоже есть какая-то буква. Песня благоприобретенная. И тоже, знаете, отсылает автора памятью в то славное, достославное прошлое. Ну, в общем, я... Тут много, как говорится, совпало чего-то. И город в Казахстане, который называется Джатыгара, где жила в свое время моя тетя, которая приезжала на мои концерты в Магнитогорске, все время просила денег. Я полюбил этот город заочно сразу. Тетю-то я любил давно. Ну, в общем, премьера песни. Тут вспомнил я с утра, что снилась мне гора, где я с гитарою встречал рассвет. Я сразу поутру сел к навигатору, а в навигаторе горы той нет. Сказал я гаджету: «А ну и гаджеты, по что не кажешь мне, где ж та гора?» А он смущается и запинается: «Горе, грех, нет, но есть же ты гора». Что мне же ты гора? Ведь мне нужна гора, где я рассвет встречал и песни пел. Друзья сидели в ряд и пили все подряд, и каждый в жизни знал, чего хотел. Мы жили как в кино, мы лазали в окно, считали девушек, а не года. Судьбою все на ты не знали пустоты, и в жилах кровь текла, а не вода.
такой-то матери, все навигаторы, мы без них на гору забрались. И за здоровье пьем, и песенки поем, и сверху вниз глядим на эту жизнь. И за здоровье пьем, и песенки поем, и сверху вниз глядим на эту жизнь. Так что давайте сегодня сверху вниз не друг на друга, а на эту жизнь будем смотреть, выпивать, слушать, закусывать, делиться ощущениями и впечатлениями. Ну и что еще хочется сказать такого, знаете, как бы основополагающего, так и обнимающего. Куда же нам сегодня без Питера? Я бы сказал, без питерских. Во-первых, когда сейчас выйдут представители этого славного города, поприветствуйте их очень горячо. Чем бы хотели бы. Это мои друзья, это представители разных клубов славного города Санкт-Петербурга. Леночка Куликова, Володя Ильин, Паша Пашкевич. Вот сегодня они нас всех и поздравят. Проходили. Добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас, пока мои коллеги настроят аппаратуру, я хочу, во-первых, от лица всей питерской армии поклонников Леонида Сергеева передать огромный привет и поздравить его. Очень многие просили поздравить, так что я выполняю эту просьбу. Леонид Александрович, с днем рождения, дорогой! Сторона моя, сторонушка.
Певучая Алёнушка, темно мутила да всегда. А кричи, хоть не кричи, есть причины для кручи. Накрывает туча дом, буча-буча в доме том. Гасит ветер свет лучи, сидит горе на печи. Сторона моя, сторонушка, из-за тучи ясно солнышко, и журчат из родника века. Через много-много лет, там, где темно будет свет, будет белым-белым снег, человеком человек. Сказку новую найдем, настоящий Новый год. Сторона моя, сторонушка, братца ждущая Алёнушка, темного пути вода всегда. Сторона моя, сторонушка, из-за тучи ясно солнышко, и журчат из родника века. Сторона моя, сторонушка, братца ждущая Алёнушка, темно будет вода всегда. Сторона моя, сторонушка, из-за тучи ясно солнышко, и журчат из родника века. Души, обернувшейся скукой, не сломая привычных основ. Жизнь летит в забытьи по наитию, вдруг оглянешься, Боже ты мой. Все прошито насквозь белой нитью, вьюга застит дорогу домой. Склонится звезда. С Новым годом, мой друг, с Новым годом, никому ничего никогда. С Новым годом, мой друг, с Новым годом.
никому ничего никогда. Нашего коротенького поздравительного выступления мы споем последнюю нашу песенку. Песня называется «Море доброты», и написана она в Бордовке, в бордовском лагере под Керчью. Теперь, слава Богу, он теперь российский. Да, но только констатирую факты все. Вот. Написана она Катей Васечковой и Юлией Клыковой. А музыка Владимира Гера. Итак, «Море доброты». Чьей-то судьбой, если б суметь разорвать в кольца сплетенную нить и фантастический берег открыть, берег, где время утратило власть, и мир, где все на ты, мир, где сбываются сны, плечи под солнцем оттаявших чувств. Море доброты, взмах календарных листков, шорох песочных часов, время звенящих цикад и сверчков, время любви возвращается вновь, пусть же как старый гончар, время вращает свой круг. Верной защитой от будничных чар служит нам магия скрещенных рук. Мир, где все на ты, мир, где сбываются сны, плещет под солнцем оттаявших чувств море доброты. Надежда, время их снова дает. Берег, где ветер так молод и свеж, странников лето шальное зовет. Жаль долгожданный покой, краток, как летняя ночь. Теплого моря ритмичный прибой смоет налет повседневности прочь. Мир, где все на ты, где сбываются сны, плещет под солнцем оттаявших чувств море доброты, где все на ты, мир, где сбываются сны, плещет под солнцем оттаявших чувств море доброты. Море доброты, море доброты. Еще раз поздравляем Леонида Александровича с днем рождения. Здоровья тебе, дорогой! Спасибо!
Я, на самом деле, вышел просто, чтобы представить следующего нашего гостя. Много лет нас связывает. Вот где-то в конце августа обычно проходит фестиваль «Ёрш» в Подмосковье, в Калантаево. Вот в этом году он будет уже третий раз проходить. Очень ёршистый человек, он там непременный участник, один из лидеров этого «Ёрша». Ну и, как всегда, говорят его друзья и постоянные соавторы, братья Мещуки, профессия детский психоневролог, она все-таки накладывает отпечаток. Я думаю, что сейчас вы как раз в этом и убедитесь со знаком плюс. Алексей Морозов. Леша, очень рад, я сегодня видел. Взаимно. Рад видеть. Наконец-то, через 25 лет дружбы, приятно узнать твое отчество. Каждый, пожалуй, год, но если не год, то каждую пятилетку я пишу посвящение этому великому человеку. Когда-то, проводя бардовские концерты, я всегда говорил: а сейчас на сцене появится самый крупный бард современности. Сейчас уже его таким не назовешь. И поэтому мое сегодняшнее посвящение, оно будет несколько, извините, медицинским. Я не выдам врачебной тайны, если я скажу, что наш сейчас, братьев Мещуков и двух их личных поэтов, Леонида и меня, называют квартет 4D. Квартет 4 диабетика. Посему, Ленечка, посвящение тебе и нашим с тобой любимым соавтором. Не смотреть мне фильмов Пазолини, не играть, как поздние битлы. Я давно сижу на инсулине, и не слезть, наверное, с иглы. Взгляд врача суров и укоризнен, хватит на наследственность пенять. Диабет всего лишь образ жизни. Постарайтесь образ поменять. Значит, жить без жареной картошки, позабыть, как пахнет эскалоп, семенить по гаревой дорожке, как сосед под жарый остолоп, исхудать, как престарелый кафр, жить не по душе, а по уму. Говорят, что спирт снижает сахар. Я, пожалуй, рюмочку приму. Под пузатый золотистый шпротик, весь в прованском тонущий жиру, с белорусским салом бутербродик или осетринку на пару. Выйду покурить в холодный тамбур, сбросив с плеч условности и ярмо. Врач сказал: полезен топинамбур, как закуска, полное дерьмо. Пусть эндокринолог мой ерится, недоумком дразнит и козлом, Гамлет мне поведал, что мириться в мире лучше со знакомым злом. Родине здоровье отдавая, стал я раздражителен и квел. Может, загнивая на Гавайях, я другой бы образ жизни вел. Грыз бы ананасы и папайю, похмелялся соком фейхоа. Только я реально полагаю, мне не помогло бы ничего. Так что к незнакомому стремиться — то же, что беззубым грызть гранит. Если инсулина нет у шприца, выпьем алкоголь, Леонид. Я полагаю, что эту гитару можно взять, Леонид, да? Эту гитару можно взять, да? Конечно. Ну,
что-нибудь не медицинское такое. Хотя у тебя, конечно, есть любимая моя медицинская песня. Может быть, я ее потом и спою? Да нет, удобнее. Клуб сионистов-программистов. Одиннадцать лет назад Леонид Александровичу Сергееву, я теперь знаю точно твое отчество, исполнилось 50 лет, и я на твое 50-летие посвятил тебе грустную песню. Вообще-то я люблю посвящать веселые песни, но иногда лирика тоже возникает. Ковбойский романс. Когда ты в этот мир пришел, ты был жалок и смешон, но на своих ногах пошел по жизни через год. Тебя твой добрый конь везет по утлым мостикам невзгод, а за спиною серый пес и старый черный конь. Сходил бы ты и не жил в местах, от бед не прятался в кустах, душа прозрачна и чиста, как первозданный лед. В любых сражениях судьбой ты был уверен, что с тобой твой добрый конь, твой верный пес и старый черный коль. Есть в стойле у коня овес, хрустит костями серый пес, твой младший сын тебе принес парного молока. Если сердце заболит, шотландский виски растворит твою печаль и догорит сигарою тоска. Но вот уже твоя звезда влечет неведомо куда, гонят небесные стада с заката на восход. Но в утешенье за тобой туда последуют ковбои, твой добрый конь, твой верный пес и старый черный конь. Я уже упомянул, что здесь сидят два наших близких друга, наших главных композитора, Вадим Леонидович и Валерий Леонидович Мещуки. Ну вот, одно из посвящений нашему квартету 4D. И Валерий, и Вадим сговорились как один, снова в песнях намекают на позор моих седин. А я их вовсе не ругаю, но зачем звенеть о том, что я часто налегаю на бутылочку с винтом. Ведь бутылка без винта, как бутырка без мента, как развязка без завязки, как повязка без бинта. Знают все до Магадана от Валеры Мещука, что как шкурка от банана у меня висит щека. Погоди, приятель трошки,
отобьют свое часы и кожурою от картошки заблестят твои усы. Ведь поэты без усов, как Фемиды без весов, как копальщик без лопаты, как купальщик без трусов. Но нет в Москве теснее круга, если мы сидим втроем. Брат про брата, друг про друга, непристойности поем. Позовем четвертым Леньку, ой, беззаботный примем вид, и без женщин потихоньку отвернем заветный винт. Ведь бутырка без винта, как бутырка без мента, как развязка без завязки, как повязка без бинта, как поэты без усов, как Фемиды без лесов, как копальщик без лопат, как купальщик без парусов, как параная без листа, шестерная без листа, как рыбалка без бутылки, как могилка без креста. Передаем инструмент. Пойдем. Алексей Морозов. Леонид Сергеев. Александр Ильич. Ну, поскольку Алексей Анатольевич Морозов задал нам новый совершенно план, ну давайте тогда уже, как говорится, по-взрослому. 61 год все-таки, да, может быть, по-взрослому. Значит, мир авторской бардовской песни давно и безнадежно влюблен в этого человека. Лидия Олеговна Чебоксарова. Великая певица всех времен и народов, безусловно. Евгений Николаевич Быков. Влюбленный. Надеждно влюбленный в Лидию Олеговну Чебоксарову. Да, вместе с Лидочкой мы как-то затеяли проект «Сменные солисты при одном аккомпаниаторе и аранжировщике». Вот сегодня вы видите часть этого проекта. Итак, Лидия Чебоксарова, Евгений Быков. К жанру столь дорогому, близкому нашему Леониду Александровичу, жанр, в котором он прославился в свое время всесоюзно и до сих пор раскаивается в этом, я уверена, потому что то и дело его просят то свадьбу, то еще что-нибудь такое, что он ненавидит. Это жанр сатиры и юмора, и его прекрасный коллега из города Харькова Владимир Васильев, наша большая с Евгением Николаевичем любовь. Мы уже поняли, что у нас все на любви. У нас все, любовь кругом. Без этого никак. Мы споем несколько произведений этого автора, и это не займет много времени, потому что автор пишет очень короткие песни. Значит, первая песенка, в которой он выступил как композитор, сочинив музыку на стихи известного нашего такого поэта Дмитрия Быкова. «Стрекоза и муравей». Вы помните сюжет басни Крылова? Он ей говорит: ты все пела это дело, так пойди же подреши, а стрекоза ему не отвечает. Да, подлый муравей, пойду и попляшу, и больше ни о чем тебя не попрошу.
на стеклах ледяны. Играет мертвый пьянец, зима скала пруд. А вот и снег пошел, смотри, как я пляшу. Последний стрекозел, смотри, уродина, на мой прощальный танец. Ах, были времена, под каждым мне листком был столик, вазочки и чайник со свистком и радужный огонь росистого напитка. Мне только то и впрок в обители мирской, что добывается не водом и тоской, а так из милости, за даром от избытка. Замерзли все цветы, ветра сошли с ума, все, у кого был дом, попрятались в дома. Согбенные рабы соломинки таскают, мышь, неспособные к работе и борьбе, умеем лишь просить вести меня к себе и гордо подыхать, когда нас не пускают. Когда-нибудь в раю, где пляшет мышине веселый теней, ты подползешь ко мне, худой и мозолистый, угрюмый, большерокий, с завистью следя воздушный мой прыжок. Попросишь стрекоза, пусти меня в кружок, а я тебе скажу, пойди-ка поработай. Вот, а теперь произведения, которые Владимиром Васильевым сочинены, так сказать, полный автор называется у нас. У нас не только Леонид Александрович полный автор, то есть сочиняет и стихи, и музыку. Есть еще Владимир Васильев. Очень два коротких романса, каждый секунд по 20. Засекайте. Вечером вы ожидали полковника, гром доносился военных музык. Выглянул челюсть комод на полкомнаты, высунув платье, багряный язык. Сердце манило в объятия сладкие, разум в объятия того, что не мил. Двинула ящик божественной пяткой, лязгнул комод, язык прищемил. Второй. Под вечер, предвкушая водку, два утомленных скрипача брели вонючую селедку за хвост колючий волоча. Селедка головой мотала и губы набок своротив, романс негромко напевал, перебирая чуть мотив. О боже, как же я забыла! Кожа у нее теперь зеленоватая, глаза чуть на выкате, от
так ничего. Ты не печалься, царевич Иванушка, говорит ему девушка, это ничего, что спина у меня пупырчатая, зато ноги прогучие. Не поцеловал. Когда ее завезли на Гавайи конкистадоры. Вот. И потом она в Европе во что-то такое модифицировалась, а на Гавайях осталась вот такой. Потому что на Гавайях никто не напрягается, никто там ничего не модифицирует, как лежали, так и лежат под пальмой и играют на укулеле. Вот. А Евгений Николаевич старейший в России укулелист. Еще блестящий он укулелист. Но это всем заметно. А укулеле появилась его рука, кстати, благодаря Вадиму Леонидовичу Мещуку и его замечательной жене Варваре. Однажды Варваре на день рождения друзья подарили укулеле. Но, к несчастью, на тот же день рождения был приглашен Евгений Николаевич Быков. И он отобрал у Варвары укулеле. Он же сильней. Он в честном бою отобрал у Варвары укулеле. И вот с тех пор на нем играет. Вот, ну, а сегодня знаменательный 738-й юбилейный раз, когда исполняю произведение под названием «Сомбры», но оно сегодня посвящено особому случаю. Дмитрий Санч, специально для вас, звучит эта песня самыми теплыми, но лучшими пожеланиями. Так обычно в ресторанах объявляют номера. Венесуэльский вальс «Сомбра». Ну, вы должны увидеть наш дуэт в полный рост. Рамуальд Гринблат. Исполним мы ее при помощи гавайской гитары укулеле, при помощи такой вот лягушки из мангового дерева, привезенной из Таиланда. А все это вместе русская народная песня. Белый конь. В чистом поле ветер свищет. В синем
Леонид Сергеев. Вы знаете, я себя поймал на мысль, что... Больной Николаевич у вас. Спасибо. Давайте, знаете, энергетику пошлем на Евгения Николаевича. Я сейчас склоню, чтобы он выздоровел. 3-4, все так. Я себя поймал на мысли, Лид, что как хорошо, что лягушку, на которой ты сейчас так классно играла, не зацеловали, поцеловали нормально, вообще не целовали, а не доцеловали, что бы это было сейчас в твоих руках. Песня шикарная совершенно. Вот, ну и продолжая проект «Один аккомпаниатор и аранжировщик» со сменными солистами, Евгений Быков. Ну, сегодня однотонный Леонид Сергеевич. Ну, еще аппарат есть здесь. Туда давай. Жалко есть? Плохой аппарат сегодня у нас. Смотрим между. Чуть-чуть вот мониторку потише Леню, а меня бы туда... Да ладно? Сколько ж вам исполнилось, милый друг, что сегодня вспомнилось, как-то вдруг. Вот бокал наполнился кое-чем. Кто сегодня вспомнился и зачем? Из огня да в полымя столько лет вы живете вовремя или нет? У кого не спрашивай, все земны, а во что окрашены? Дни рождения странные праздники, в них живут обманные сквозняки. Вроде только минуло 20 лет, дунуло и сгинуло, нет как нет. А ни к чему по прошлому слезы лить, лучше по-хорошему нынче жить. Наливаем рюмочки пополоней, закрываем форточки талантлив, то он талантлив во всем уже, на всех, я бы сказал, инструментах. Укулеле пройденный этап уже, заслуженный укулелист Российской Федерации. Вот. Сегодня он осваивает новый инструмент, правда, инструмент это большой тамбуринистый там-там, он занимает примерно половину большого зала «Гнезда глухаря», и сегодня он просто не вошел в дверь.
Поэтому Евгений Николаевич просто покажет некие свои навыки, знаете ли. В общем, объявляется теперь так. Перкашен Евгений Быков. Англоносящие люди знают, что это такое. Евгений Быков. Зе. Согласно словарю Чубинишвили, в далекие ушедшие года, чтоб гости морды с рюмками не били, к застолью прилагался тамада. Он говорил, годы проходили, эпохи исчезали без следа, и гости морды с рюмками не били, а слушали, что скажет тамада. А и особо-то лучше, чем среда. Тамада, 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 а в стакане точно не вода. Тамада, тамада, тамада. Был у отца трясина. Трясина — такое болото. Так вывели за то, что нас никогда не засасывали. Болото же есть, княурянец. А если бьешь один, тогда беда. Тамада, тамада, тамада. А если бьешь друзьями, это да, тамада, тамада, тамада. Однажды один джигит убил молодой красивый девочек. Потом он закрыл журнал «Плейбой», и девушка исчез. Как видно, зато за стены нашего дома, на которой кого не повесишь, никто никуда не исчезнет. Сегодня тоже много выступаю, и тоже очень много говорят. Но в дребезги рюмашки разбивают, и морды бьют конкретно всем подряд. И я скажу, но только между дунами, запомни, чтобы детям передать. Уж если рюмку поднял ты как знамя, то узнай, кому когда и что сказать. А и без труда не выбьешь из пруда. Тамада, тамада, тамада. А если то станет вином урода. Тамада, тамада, тамада. Тост, который нравится детям почему-то. Один маленький, но гордый шашлык стоил 943 рубля. Так выпьем следующий бокал за прекрасную красную вина, не закусывая! А за женщину пьем мы всегда. Тамада, тамада, тамада. 45 любая ягода. Тамада, тамада, тамада. Время тост из веселых ребят 80-го года все время цитируется. Оцените глубину философии. А чему черепаха не летает? Не хочет. А чему рыба живет в воде? Ей так нравится. Так выпьем за молодых! А если бьешь один, тогда беда. Тамада, тамада, тамада. А если бьешь друзьями, это да. Тамада, тамада, тамада. Слова! Мясо! Мясо! А так ничего не всегда. Тамада, тамада, тамада. 45 любая ягода. Тамада, тамада. Ой, если бьешь один, тогда беда. Тамада, тамада, тамада. А если бьешь друзьями, это да. Тамада, 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 тамада. Тамада, тамада, тамада. Резко меня национальный окрас, но не меняя некой направленности. Помогает менять. Хорошо сменил, со скрипом, но сменил. Цыганочка с уходом. Уходить будет цыган Быков.
Причем, знаете, в трудовой книжке у него так и написано, в одно слово, Цыган-Быков. В свое время в Тюменской филармонии Цыган-Быков был цыганом целый сезон, да? Он как раз цыган. У нас таких цыган, как я, было еще 9 человек в коллективе. Только-только дырка в ухе заросла. А подарил бы мне Газпром акции 2%, я бы деньги сразу в дом, до рубля, до цента. Моей Ирине очень нравится эта строчка. Толку никакого, а вот нравится еще нравится. А подарил бы Рослеспром а кубометров 200, я бы бревна тоже в дом, это уже меньше нравится. Все целее на месте. А подарил бы мне Сбербанк пачки 3 валюты, а закурил бы я табак, сделал бы лицехноты, и толкнул бы до слез, поменял валюту и купил бы у небес лишнюю минуту, а потом еще пяток. Да не прошло бы не настя, а там, глядишь, еще чуток, и настало б счастье. Ох, как счастье-то хочется, особенно нынче. Да вот в народе говорят, так, мол, не бывает, что за деньги всем подарят, время начисляют. Не мобильный телефон, человек, однако, срок закончен, выйди вон, а нет, живи, не квакай. Ну нет же повода не выпить, а? Ай, ну и ладно, ну и пусть, живы, значит, живы, так зальем тоску и грусть водочкой и пивом. Да, ребята, я такой, мне не надо лишку. А подарил бы мне Лукойл, а нефтяную вышку, и тогда уж не зевай, а живи красиво. Стоп. Вы с Лукойла, что ли, будете? Корпоративная этика. Да, ребята, наливай. Водочки и пиво. Ходи, черноголовая. Марта, апрель и май.
печаль. Здравствуй, прощай, март, апрель и май. Медленно кружит лист календаря, темной ниткой шит праздничный наряд. За одним столом радость и печаль, вместе пьют вино, кружками стуча. Лист календаря медленно кружит, я стараюсь зря вместе не сложить. Март, апрель и май, радость и печаль, здравствуй и прощай. Март, апрель и май. Спасибо. Давайте сейчас вот немножечко так подольше посидим, не как перерыв между песнями. Посидим, поохаем, пообщаемся, а потом продолжим.